Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попал Digma Lynx A105 2G. Давайте распакуем его и посмотрим, что он из себя представляет. Попал он к нам вот в такой замечательной упаковочке. Приступим к распаковке. В комплекте мы видим сам телефон. Телефон очень сильно напоминает Nokia. О нем поговорим чуть позже. Также в комплекте у нас идет сетевое зарядное устройство. Ну вот что я и говорю про Nokia. С тонкой зарядкой. Мощностью на 5 вольт 250 миллиампер. Видимо, для этого телефона достаточно. Гарантийный талон и руководство пользователя. Аккумуляторная батарея емкостью 500 миллиампер час. Приступим к аппарату. Как я и говорил, телефон очень похож на Nokia. Здесь у нас находится один слот для карточки, для сим-карты. Для карточки microSD здесь слота нету. Телефон у нас, скорее всего, севший. При разборке мы обязательно его включим и покажем, что он полностью рабочий или не рабочий. В этом мы убедимся. Все кнопки для управления находятся на лицевой части. Полифонический динамик находится на задней части. Справа у нас находится разъем для зарядки. На верхней грани у нас расположен разъем 3,5 мм джек и фонарик. На нижней грани у нас находится вот такая вот штучка для брелка и микрофон. Ну а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите, на что еще снять анбоксинг или обзор. Пока!